Всем привет! Наступило утро, то есть вчера я показывал в нашем влоге наш двор, или как там, у нас во дворе два, как мы заливали вот этот вот опалубку, то есть вот этот опорную, так сказать, фундамент, или как правильно, стенка не назовешь, фундаментом не назовешь, ну такой брус заливали, и теперь я буду разбирать опалубку. Ну, немножко, конечно, рановато. Ну, блин, время не ждет. Здесь вот я уже открутил. Сейчас мне надо будет открутить вот здесь вот все это дело. И вытаскивать деревяшку. И сейчас, наверное, все увидите. Видите, поторопился. Ну, в принципе, мне пойдет. Плитка будет сверху. Поторопился. Рано. Надо было хотя бы сутки подождать. Вот. Дальше сегодня разбирать не буду. Буду готовиться к заливке. Но разбирать не буду. Этот вот пена. Все это дело. Да. Бетон набирает прочность через 24 часа. 70%. А у меня прошло, ну, максимум часов 12. Нет, не 12, больше чуть. Ладно, стенка есть. Будем укладывать. Все равно у меня здесь продолжение будет. Поэтому я по этому поводу не горюю. Всяко бывает. Вот. Вот это, конечно, спилить надо будет. Сейчас мы с Ларисой простреляем, что у нас получилось вчера, чтобы задать нужный уклон. Сейчас мы с Ларисой все простреляли. Ну, там на стенке видно, белым маркером я пометку сделал. Сейчас я хочу сделать маячки. Маячки вот здесь вот, алюминиевые уголочки у нас есть, бэушные. Из них я, наверное, сделаю маячки. Развожу клей плиточный. Все, значит, маяки я выставил. Маяки еще очень сырые, видите? То есть придется, наверное, подождать. Ой, не знаю, сколько часов, 5 времени нет, но ждать придется. Выставлял я, как и говорил вам, с алюминиевых вот таких профилей. Ну, были у меня просто, валялись. Можно с арматуры выставить маяк. Желательно эти маячки делать без гипса, потому что это пол, он обязательно, даже если когда высохнет, начнет в себя брать воду, гипс, его начнет пучить, и плитка начнет отскакивать. Поэтому делать надо цементом. Дольше, конечно, но зато качественнее.
Вот раствор готов. Раствор, не раствор, а бетон. Мелкая фракция щебенка. Подвижность хорошая. И сейчас будем заливать. Заливать будем в первую очередь вот сюда вот. То есть вот маячок, за маячок, ближе к стене. Гидроизоляцию я не ложу, потому что здесь будет уклон. Вот. Здесь все будет нормально. Почему я так уверен? Потому что у меня в другом месте без гидроизоляции вот это все сделано, стоит уже 15 лет. Никаких проблем. Кто-то пришел здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста. В 2020 году перепись населения будет. Вот мне просто сейчас нужно обойти дома и посмотреть, есть ли на самом деле такие дома. Не потерялись никуда, не дома? Исчезли. Да. Вот пока дом. Дома. А мы люди, мы же не дома. А люди будут, ну я и хочу записать вас людей, но просто говорю. А кто, перепись, удостоверение есть у вас? Есть, конечно, конечно, есть, покажу. Не просто так. Пожалуйста, мое удостоверение. Корнилова Любовь Ивановна, да? Угу. Вот мое удостоверение такое, если там нет этих фотографий. Угу. Что это я? Вроде не похоже. Не похоже? Совсем? Когда вам давали его? Что в именно? В этом году удостоверение. Вот это? Да. Да вот только на днях. Какого числа? 28-го. 20... Нет. Августа 19-го года. 28-го. В среду. В среду. Сегодня. Да, 28 августа в среду. Угу. Было. Вот мы с 1 по 30 сентября должны пройти по домам, потому что перепись населения будет, а людей очень много новых, домов очень много новых. Некоторых уже нет домов, то сгорели, то еще что-нибудь. Просто сейчас вот нужно уточнить. Здесь, в 8-м доме, вот у вас 8-й дом, да? Угу. Бондарева нет. И Балыков. Нет. Нет? Ну вот видите. Нет, они вот с той стороны. Иди маленько. Ты мастерок не
Косяк. Аккумулятор. Титан. 4909. Ну вот, ребятки, выбрал я аккумулятор. Сейчас буду менять. И сразу сдам свой старый. Договорился. Заменяю аккумулятор. Ну, рублей на 600 дешевле будет. Давай карточку держать. А ты говорил, у тебя еще есть, да? Ну, по 45 я не знал даже. Снял клеммы, переходники. Поставлю. Пришлось прерваться, ездили за щебенкой, вот, и сдох аккумулятор. Поехали в магазин, купили аккумулятор, ну вы сейчас все видели, как я там выбирал аккумулятор. 3 аккумулятора вертел, смотрел, купил за 4500. Так, покажу сейчас вам вот такой вот аккумулятор. Чик. Аккумулятор тюменский, может быть темно, плохо видно будет. Вытаскивать уже не буду. Значит, чем он отличается? Ну, во-первых, что он российский, и тюменский аккумуляторный завод славится в России, то есть хорошо все делают. Даже небольшую рекламку сделаю. 55 ампер-часов. До этого у меня был 62 ампер-часа. Вот, проработал он у меня больше 3 лет. Ну, начал немножко хандрить. Не до него мне сейчас. Вот, все, что-то бегом. Тот аккумулятор сдал по 45 рублей за килограмм. На 700 с чем-то рублей. Там 16,8 килограмма. И поставил вот этот вот сам тут же возле магазина поставил. Ну ничего, вроде пока ходит. Поживем, увидим. Вот этот песок у нас остался. Кто наши влоги смотрит внимательно. У нас остался с зимы. То есть делали мы штукатурку. Штукатурил я зимой, пока Ларисы не было. И остатки песка сложил. Вот такой короб сделал. Такой вот. Ну и сюда сложил. Вот он все лето пролежал. Сложили я где-то его, сложили мы с женой где-то в апреле. Ну и вот он пригодился. Что-то переборщил я песка. Ну вот, залили мы, видите, сколько. Остался последний рывок, последний замес, я думаю. Лариса не дождалась, притащила. Ну, надо не сюда сыпать было, а сначала. Ну, сыпь сюда, какая разница. Короче говоря, правдами, неправдами, 3 дня мы уже. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник, 4 дня. Колупаемся. То у нас машина сломалась, то у нас аккумулятор не заводится. Короче, вот такие дела.
Ну что, ребята, скажу я вам. Бетон месить ужас. Я 4 дня без рук, без ног. Я не то, что его месила, я подготовительными работами занималась. Но очень тяжело, очень. Мы допинали это. У меня даже радости в голосе нет. Но, тем не менее, я очень рада и счастлива. Ну что же, пока-пока всем. Завтра будем плитку ложить. До новых встреч.